Страшливая ночь, парень, выбравшись из леса, вдруг одинокую избушку видал. Надеюсь, там мне до утра найдется место. Я страшно голоден и очень уж устал. Старуха отряхлая, скитальцу дверь открыла, пустила в дом, не спросила ничего. Переодела очень, сытно накормила, постель на печке разложила для него. Только парень глаза сомкнул, как из подвала раздался стон. Скажи мне, бабушка, что за шум? Только продюсер старухи, он! Она в ответ, там мой покойный дед, там дух его живет и по ночам поет. Он был злодей! Он бил людей! А получил вполне! И могу я больше слушать бабка этот жуткий стон. Я пойду и проверю его, да кто бы не был он. Только парень подвал залез, за ним старуха закрыла дверь. Он нашелся какой храбрец. А ну-ка, дед, принимай гостей. Сколько у вас таких ходит по лесам? Каждый норовит, но сунуть мой подвал. Проходит миг, тебя старик сам виноват. Крик предсмертный зачавкал страшный лес. А старуха подошла к окну и выключила свет. Хоть сама его сгубила и на муки обрекла, но пусть знает, что жена ему по-прежнему.